Первым делом к детям с Башкирского республиканского детдома начался рабочий визит в Уфу уполномоченного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Сейчас там воспитывают более 100 ребят. Гость сначала посмотрел условия проживания, потом пообщался с маленькими хозяевами. Правда, несколько ребят на встречу не попали, они воспитываются в патронатных семьях. А вот с усыновлением проблема стоит острее, поэтому было принято решение о создании окружного совета по вопросам материнства, детства и защиты прав детей-сирот. Также прошло несколько совещаний по строительству жилья эконом-класса, предоставлению земли многодетным и сбалансированности бюджета. Вечером состоялось торжественное собрание ко Дню защитника Отечества.